Житель Льгова подал заявление в Центр лицензионно-разрешительной работы, чтобы получить удостоверение частного охранника. Сотрудники Росгвардии тщательно изучили документы и выяснили, что у мужчины с законом натянутые отношения. В ходе отработки по базе данных было установлено, что в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело, и он находится в федеральном розыске. Когда курянин пришел получать удостоверение, сотрудники Росгвардии его задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.